Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стопкадр», студія Аніта Рашевська. Чи існує в світі дерево бажань? І якщо існує, в якому місці знаходиться? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. На протяжении 3 месяцев у нас во дворике проходили всевозможные мероприятия «Летний театральный сезон». В этом сезоне мы будем радовать зрителей классическими произведениями. Птица, которая находится в этой клетке, это птица Феникс, птица счастья, которая исполняет желания. Дарить людям праздник и нести театральное искусство, мы эту миссию выполнили. Яким би напруженим і хвилюючим не було б наше життя, в ньому обов'язково повинен знайтись хоча б куточок відпочинку, який я вам зараз і пропоную. Друзі мої, як не вистачає нам в нашій житті радості і спокійствия, правда? У кожного якісь свої проблеми, у кожного якісь свої труднощі. Но бывает, понимаете, момент, когда ну хочется отдохнуть, не уйти от трудностей, нет, а именно отдохнуть, присесть и отдохнуть. И вы знаете, мы сейчас с вами находимся во дворике Русского Николаевского художественного академического театра. И если вы будете внимательны, вы увидите, как здесь все преобразилось. А стою я, друзья мои, рядом с волшебным деревом. Оно появилось совершенно недавно, это дерево. На нем волшебные яблоки. Сорвать их невозможно. Но говорят, что если потрогать это яблоко, вот так вот его погреть в ладошке, то желание обязательно исполнится. И здесь вот на этом дереве висит клетка. В клетке сидит мудрая сова, дотронувшись до которой или посмотрев в глаза которой, обязательно обретешь ту мудрость. Мудрость, которая поможет идти дальше по жизни. Вы знаете, здесь все как-то располагает в этом дворике к созерцанию. А еще с нового сезона в Русском театре, в нашем Николаевском, организуется студия новая. Давайте побеседуем с директором и художественным руководителем театра Артемом Свистуном и узнаем, какие новшества ждут нас в театре. Потому что театр, как известно, очаг культуры, очаг знаний и очаг хорошей и правильной жизни. Пойдемте побеседуем. Друзья мои, и вот мы уже поднялись на этот чудесный, уютный балкончик, с которого открывается замечательный вид. И вот сидит наш герой Артем Александрович. Здравствуйте, очень рады вас видеть. Спасибо, что вы нас пригласили. Друзья мои, располагайтесь. Кофе готов. Кофе. Пахнет замечательно, будем пить кофе и будем разговаривать. Артем Александрович, ровно год назад мы с вами встречались и подытоживали итоги фестиваля «Театрон». И за этот год столько много всего произошло в жизни каждого телезрителя, но и вот лично в вашей жизни. И уже вы не просто как участник фестиваля, а вы... Директор, художественный руководитель Николаевского академического художественного русского драматического театра. Хотелось поблагодарить за то, что вы поддерживаете творческие начинания. И вот, как вы говорите, да, год изменений, вот эти перипетии, которые происходят и на сцене, они происходят и в жизни. Для меня это был год становления, потому что по завершению определенных жизненных испытаний, вот жизненным этапом это была подача документов на конкурс на должность директора художественного руководителя. Мы знаем, что изменения произошли в законодательной базе, и назначение на руководящие должности идет через конкурсную систему. В нашей стране, в нашем городе это новая форма. Многие зрители смотрели и наблюдали за, может быть, даже скандальными какими-то перипетиями восприятия, невосприятия. Но это выдержка, это закалка, это умение
остаться человеком и умение испытать вот свои жизненные какие-то особенности, принципы. И я думаю, что в каждой жизни, у каждого человека происходит такой этап, когда идет переосмысление ценностей. И в свое время я подал документы на этот конкурс. Я болею в хорошем смысле этого слова театральным искусством. До этого я занимался и самодеятельным творчеством, и Федерацией аматорских театров, проведением фестивалей, и молодежный театр «Сток», который успешно передал преемственником Евгений Блюменфельд, очень хороший, молодой, талантливый парнишка, который ведет, продолжает это искусство. Ну и 5 лет я служил искусству на должности директора-распорядителя, но вот так вот сложились обстоятельства, что конкурс, и необходимо было представить программу развития учреждения культуры, и это было развитие на год, на 5 лет. К сожалению, долго было становление на эту должность, продолжаются и на сегодняшний день судебные процессы, но, по крайней мере, знаком для меня лично это было в день своего рождения, 27 апреля, назначение на сессию облсовета, голосовали депутаты, и вот сейчас, на сегодняшний момент, 4 месяца, как я исполняю свои функциональные обязанности, и есть определенные подвижки, и вот то, что хотелось исполнить, к сожалению, в краткий срок еще невозможно максимально, но определенные этапы, определенная структура, определенные успехи уже достижения есть. И это приведение, прежде всего, в норму законности штатного расписания, в норму законности статутных особенностей работы. И основное – это техническое обеспечение. Все-таки директор – это хозяйственник, это хозяйственное ведение, и многие жители видят немного плачевное состояние нашего здания, это фасады, это основная цель, мы сейчас сохранить памятник архитектуры 19 века, потому что поистине уникальное здание не только технически внешне, но и внутренне, наполняемость с богатейшей историей, с возможными такими мировыми известностями, личностями и определенного рода миссия, потому что зданию театра 136 лет, мне 36 лет, я считаю, что это вот определенный такой становление молодого человека на пути взросления и придания своего служения театральному искусству. Во многом идет переосмысление определенных ценностей, и возникают сложности, без них невозможно, я думаю, в жизни каждого человека, но есть желание, есть стремление, есть команда. Есть команда прекрасных артистов коллектива театра, которые действительно поистине радуют жителей города Николаева. Очень приятно, что вот на День независимости совсем недавно наша артистка Алена Кашевая получила почетное звание заслуженной артистки Украины. Это действительно заслуженно, и очень приятно, что наша молодая артистка, которая радует зрителей и на сцене, и в постановках, и она участвует в очень многих фестивалях, конкурсах. Это достойное звание. Я думаю, что многие и сотрудники театра достойны звания заслуженного работника культуры и особенности заслуги перед областью. И это вот одно из таких творческих направлений – чествование наших юбиляров. И вот мы долго думали, чем же открывать новый театральный сезон, чему посвятить движение. И мы решили посвятить бенефису народного артиста Украины Василия Георгиевича Стафейчука. Это будет чествование бенефицианта, это показ его одной из, я считаю, лучших и презентабельных работ. И многие смотрят спектакль «Страсти по Торчалову» несколько раз. Это такой месседж, марка такая хорошей драматической работы. Ну и новые премьеры. В этом сезоне мы будем радовать зрителей классическими произведениями. И основная задача – это выполнение моей программы, которая была представлена на защите проектов. И вектор развития – это должна быть русская, украинская и европейская классика, потому что классика вечна. Она остается, это большие полотнища, и на классике можно получить интересный культурный, духовный продукт, обогащение внутренней составляющей души, потому что очень много репертуарная политика была направлена на комедийные, мелодраматические произведения. Да, они необходимы в театральном коллективе, но и нужны серьезные, большие, полномасштабные полотна, которые будут учить нашего молодого,
молодого зрителя, ну и в то же время, чтобы зритель проводил свободное время. У нас прекрасные молодые режиссеры, Василий Цимбал, Виталий Манжелей, они поставили очень много хороших, прекрасных спектаклей, сейчас они максимально реализовывают свои творческие начинания. Вот была постановка летом «100 поцелуев принцессы», мы открыли летний театральный сезон. Сейчас готовится выпуск спектакля «Украдено счастье» к Покровам, и мы делаем такую ретроспективу перехода в 50-х годах. На этой сцене был поставлен спектакль «Украдено счастье» по Франко, и сейчас, спустя определенный промежуток времени, на злобу сегодняшнего дня мы ставим этот спектакль. В ноябре у нас будет премьера «Труффальдино». Это прекрасная искрометная комедия, которая будет комедия яркости, красок, зрелищ. Василий Цимбал, режиссер-постановщик. Ну и Новый год. Будем радовать зрителей, чтобы и взрослое поколение могло прийти и посмотреть наши «Коляда в Диканьке» по мотивам «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это такая вот основная классическая программа. Ну и фестивали, проекты, обменные гастроли. Крапивницкий театр приедет к нам на гастроли, мы приезжаем к ним, идет такой творческий обмен для того, чтобы максимально показать нашему николаевскому зрителю. Не только, наверное, николаевскому зрителю. Только, да, и гостям, да, которые придут. Но, ну да, мы выезжаем на гастроли. Самое главное – показать театральное искусство. Та миссия, та цель, к которой мы идем вместе. Ну и патриотизм – это немаловажный аспект на сегодняшний день. Он тоже проявляется в патриотическом духе нашего настроения коллектива. А Евгений Олейник – это молодой актер, закончил режиссерское образование, его постановка «Моисей» по Франко, известный библейский сюжет, да, и это духовное очищение, вера, и, как говорят, вот тот светлый лучик в темном царстве, в нашей жизни, в нашем быту, который даст зрителям надежду на светлое, яркое будущее. Это то формат, вот мы сейчас выбираем малых форм, чтобы можно было показывать, выезжая в учебные заведения, выезжая в отдаленные районы, чтобы это была мобильная программа, спектакль, и вот на День города, День области у нас будет презентован этот проект. Я думаю, жители города могут увидеть интересную работу. И это то, что нас объединяет и ставит нас на светлый истинный путь. Как интересно, Артем Александрович, вы говорите, то, что нас объединяет. Сегодня, наоборот, как-то людей очень все разъединяет. И ритм жизни, и политические вопросы, ну много чего. А вы... Вот, в принципе, дорогие телезрители, вы понимаете, дело в том, что Артем Александрович – это человек-праздник. Ну вот вспомните, мы в прошлом году с вами, когда беседовали, мы представляли Артема Александровича как человека-праздника, и так оно и есть. Но, вы понимаете, постоянно быть в празднике невозможно, но тем не менее, вот за нашей спиной обновленный дворик Русского театра, и еще у вас там появилось такое волшебное дерево, это правда, что... Вот, это правда, что если яблочко потрогать... Телезрители. Абсолютно верно, да, желание обязательно исполнится. И птица, которая находится в этой клетке, это птица Феникс, птица счастья, которая исполняет желание. Поверьте, уже есть проверенные факты, и многие зрители, которые приходили на наши летние представления, они свои желания исполняются. И очень приятно, что все летнее время, на протяжении 3 месяцев у нас во дворике проходили всевозможные мероприятия, летний театральный сезон. У нас традиционно совместные мероприятия проходили с Николаевской областью, на филармонии. Также у нас были вечера танцев, сальсы, джазовые вечера. У нас были литературно-музыкальные вечера. Это были спектакли для детей, спектакли для взрослых. Это фестивали. И все лето театр жил, несмотря на то, что даже был период отпусков, люди могли прийти и получить ту порцию, заряд позитивного праздника и той эмоции. Я думаю, это миссия, которую несет театр, да, дарить людям праздник и нести театральное искусство. Мы эту миссию выполнили. Но не только дарить людям праздник, но вы еще и несете свет людям. Ведь театр – это не только праздник. Да? Храм души, абсолютно верно, я с вами согласен. Многие говорят, да, вот ты приходишь в театр для того, чтобы очиститься от скверны, а в церковь ты приходишь к вере к Богу, да, и тоже очищение как бы духовное. В театре идет обогащение, обогащение человека, где каждый спектакль не похож друг на друга, и в каждом спектакле происходит какая-то мысль, да, закладывается определенное зерно, вот, которое
которое, выходя из зала, зритель понимает и несет это в жизни. Есть поучительные истории, есть интересные, веселые жизненные ситуации, которые могут возникнуть у любого из зрителей. И очень приятно, что появился новый зритель. Зритель, который мы проводим мониторинг, проводим исследования, который ранее не посещал театр. Да? И вот они, впервые приходя в театр, говорят, интересное вот общение, и мы приехали в Николаев, и очень приятно удивлены и внешним зданием театра уникальным, и внутренним наполнением, которое происходит, несется со сценической площадки. Очень важно, потому что, может быть, знаете, как красивая картинка, а за этой картинкой ничего не стоит. Артем Александрович, но еще один повод нам к вам было приехать – это создание новой студии. Расскажите, пожалуйста. Ну, планов очень много, и одно из как бы направлений – это создание театральной студии. Мы знаем, что в 90-х была театральная студия на базе театра имени Чкалова, да, еще. Но мы делаем новое время, новый дух и новое желание. Очень многие зрители очень часто обращаются, а вот мы бы хотели бы получить профессиональное актерское образование. Куда в нашем городе можно пойти? Да, у нас есть очень много любительских объединений, где дети реализовывают себя с точки зрения досуга, проведения обучения. А здесь это театральная студия, да и подспорье, потому что вот эта ниточка между театральной студией, колледж, университет и артист приходит в театр, когда идет такой синтез взаимодействия, это будет, грубо говоря, плацдарм для развития, взращивания наших артистов. Это будет театральная студия, 15 человек, которые будут преподавать наши артисты театра. Это будет трехгодичное обучение, и будут по основным направлениям. Это актерское мастерство, сценическая пластика, основы режиссуры. И самое основное – это уникальная возможность участвовать в театральных проектах. Это постановки, это спектакли для детей, где играют равны равным дети. Это участие в перформансах, всевозможных представлениях для театра. И в последующем у нас очень тесные связи с муниципальным академическим колледжем, где они получают профессиональное образование. Они, как говорят, без отрыва от производства. Да, они будут продолжать набирать свои практические навыки и, работая как бы в театрах, в постановках, в спектаклях, получая образование, и будут такие звездочки, примы, которые будут работать в нашем коллективе, в нашем театре. Вы будете набирать именно 15 человек, они должны будут пройти определенный конкурс. Да, 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 конкурс 17 сентября в 10:00 у нас будет проходить кастинг, нужно подготовить басню, прозу, стихотворение, танцевальный номер, пластическое решение, спеть отрывок из какой-то композиции, песни, романсы, для того, чтобы полноценно посмотреть навыки этого актера. И будет отобран кастинг наиболее проявивших себя в творческом точке зрения, и это будет студия, которая 3 раза в неделю будет проводить свои занятия. Театр в понедельник, выходной, вот в понедельник это основная будет дата для проведения занятий артистов. Ну и больше будут лаборатории мастер-классов. У нас очень часто приезжает, ну, как театральная школа «Театрон», мастера из-за рубежа и мастера по всей Украине, и также мастер-классы по фехтованию, по определенным новым подходам там, документального театра. Это будет такая универсальная студия для развития как бы калакагата, да, универсального ребенка, который будет нести свое мастерство на сценической площадке. Студия абсолютно бесплатна, это будет в рамках обучающей нашей программы как лаборатория. Вот. Ну а со временем, я думаю, уже зрители города Николаева увидят особенности этой студии, навыки, которые получены. Ну и я думаю, что эта студия будет известна и за пределами Николаевской области, и будет путешествовать своими спектаклями, постановками по другим странам. Вот вы знаете, я когда училась в школе в старших классах, и в русском театре тоже был объявлен набор в студию. Тогда тоже был колоссальный кастинг, очень много людей было. И вот счастливчики прошли, и это было безумно интересно. Ну, вообще, театральная жизнь, друзья мои, особенно если заглянуть за кулису, это нечто. Но, вы понимаете, я, если честно, вот я до сих пор помню эти замечательные уроки, какие преподавали артисты театра, но потом студия как-то сама собой вдруг потихоньку, и она заглохла. Конечно, те навыки, полученные тогда в детстве, в юности, они идут по жизни. Но вот вы понимаете, как-то она вот заглохла.
Хотелось бы все-таки, чтобы ваша студия, которая снова начинает свою жизнь, хотелось бы, чтобы она действительно собирала лучших, но не только собирала, чтобы она их и не теряла. Да, я с вами абсолютно согласен. Имея опыт работы 15 лет молодежному народному театру «Стук», который создан был в 2001 году, есть опыт работы именно с абитуриентами, студентами, молодежью. Я думаю, что это будет, и театр продолжает свою работу. И самое главное, что студия – это вот, как вы говорите, огонек, когда горит огонек у ребенка, да, вот, ну, от 14 до 19 лет, это подростки, юноши, девушки, которые будут нести светлое, и они будут гореть желанием работы. Но вот знаете, меня радует молодой артист, который вот прошел конкурс, у нас появился новый парень, приехал из Киева, закончил Киевский национальный университет, получил диплом, артист драматического театра, у него горят глаза, он первый театр в его жизни, первые профессиональные шаги на сцене. И очень приятно, что вот чтобы этот огонек не перегорел. Вот, и мое первое пожелание его, чтобы он держался, двигался, развивался, впитывал только позитивные эмоции и опыт. И самое главное, что это сохранится у студийцев, потому что вы абсолютно верно заметили, театральное искусство, вот многие ребята, которые были у меня в молодежном театре, они работают сейчас в абсолютно разных сферах, но закалка, тренаж, актерское мастерство, полученное в театральной студии, он говорит, нам настолько это пригодилось в жизни, умение коммуникабельности, общения, находить выходы из любых сложившихся ситуаций, жизненный опыт, который, ну и актерская игра, да, вот мы все в жизни играем определенные роли, и они говорят, спасибо огромное, что мы прошли, мы сняли какой-то внутренний барьер, внутренний зажим, мы прошли определенные навыки, и нам это в жизни пригодилось. Я думаю, что эти артисты, которые будут молодые артисты, отобраны в этой студии, они понесут это светлое как профессию, как призвание в жизни. И поэтому понятно, что жизненные перипетии обстоятельства меняют, и многие обстоятельства, человек может уехать в другой город, да, или какие-то события, не повлияют на его решение заниматься театральным искусством, посвятить свое желание служить театральному искусству. Даже если не служить театральному искусству, но тем не менее в эти стены они излучают культуру, излучают знания и излучают, ну, что-то такое таинственное, которое помогает идти по жизни. Абсолютно верно, да. Ну, я думаю, что сам храм, в котором мы... Даже с чего мы начнем, да, вот первое занятие – это театральная этика. Поверьте, очень много, и мы сейчас даже для школьников, студентов готовим новый подход службы организации зрителя, чтобы проводить определенные творческие встречи театральной этики. Что такое театр? Как нужно приходить на театр? Что нужно прочитать произведение, подготовиться? Что это сценическая версия режиссера? Как нужно вести себя в театре? Какие есть традиции театральные? И, к сожалению, вот это утеряно, вот эта связь, нить, и очень часто люди ассоциируют с кинематографом. Да? Вот я прихожу в кинотеатр, даже бывает в кассе спрашивают, а когда у вас следующий сеанс? Да? Вот они не понимают вот сложности, механизмы, вот, структуры. А когда артист, приходя, молодой артист-студиец, поймет эту кухню с внутренней стороны, да? Машинерия, структура, цеха, как проходит таинство застольного периода, как эти происходят репетиции в выгородках, как происходит таинство репетиции профессиональных режиссеров у нас, поприсутствовать на, как мастер-классом на репетиции профессионального театра. Это тоже такие моменты, которые не видны зрителям, которые всегда интересно заглянуть за кулисы, посмотреть, как это происходит, кухня. Артем Александрович, и будьте добры, заканчивая нашу беседу вот в такой уютной и красивой обстановке, и беседа с красивым человеком, правда, телезрители? Красивый у нас сегодня герой, еще и умный вдобавок, еще и человек-праздник. Артем Александрович, сегодня люди удручены немножечко, но тем не менее ваша рекомендация... как человека, который умеет даже в удрученном состоянии находить полезное для себя. Самое главное желание – верьте в себя. И если вы не знаете, как провести свое время, проведите его в театре. Придите на спектакль, получите заряд эмоций, положительной энергии. И тогда ваша жизнь станет намного ярче, намного светлее. И верьте в себя.
Наш сьогоднішній герой – директор, художній керівник Миколаївського художнього, академічного російського драматичного театру «Артем Свистун» і його колектив сповнений нових ідей, творчих планів і добрих справ. А ви, друзі, якщо не встигли загадати бажання під час передачі, не сумуйте. Дерево бажань знаходиться на дворі нашого російського театру. Я, Ніна Трашевська, прощаюсь з вами. На все добре.